Ребят, всем привет! У моего коллеги скоро день рождения, и, как все вы все знаете, лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками, поэтому я сегодня сделаю кардхолдер-кошелек с клапаном на основе моего кардхолдера. Особенность этого кардхолдера будет в том, что там будет всего лишь один шов. Поехали! Итак, чтобы в кардхолдер полностью влезал самая крупная купюра 20 или 10 тысяч тенге, я по высоте сделаю чуть повыше. Если здесь в кардхолдере у нас 8 сантиметров, я сделаю на 9. Итак, мы вырезали вот такую деталь из тетриса. Кстати, ставьте пальцы вверх, кто играл в тетрис когда-то. Так, получается, смотрите, это складывается вот так. Это складывается вот так. И это клапан служит вот так. Здесь остаются клепки. Вот такой получается кардхолдер. Очень удобный. Сейчас мы его прошьем. Я думаю, здесь сделать что-то вот такое скосое, чтобы видно была карточка какая-то лежит. А верхнюю часть мы так и оставим, чтобы купюры или мелочь не выпадала. Погнали. Thank you.
Так, ребята, ну-ка, зацените. Вот такая вот подарочная упаковка. Вот такой вот получился. Я его еще натер воском. Основное, которое можно положить, можно мелочь положить, отделение для карточки, торец обработал воском пчелины, довольно неплохо получилось. Вот такой вот подарок у меня получился.